Як тільки не називають, людина удав, інопланетянин, хлопчик без кісток, так чи інакше, а повторити те, що він робить, досі не вдавалося нікому. Мишко Михайлов! Но Украина мой талант, первый раз на сцену вообще вышел. В детстве никогда не выступал. И когда все начали хлопать, и хлопают долго-долго, я не знаю, что мне делать, я встаю просто вот так и смотрю, что мне делать. Никто этого не ожидал. Вот, ну, кто мог подумать, что раз, и вот такая неожиданность. До нас пришел той, про кого завтра будут все говорить. У тебя определенно есть дар, и я думаю, что ты пришел по адресу. Он такой спокойный, сдержанный, неразговорчивый особо. Он никогда не любил общественные мероприятия. Мы один раз были на утреннике в садике. И они так, знаете, как на утреннике. Красиво, нарочито, стихи читают. Миша мой сел и уши вот так заткнул. Учусь в политехническом колледже. Электрик промышленный по специальности. Вот мне нравилась там физика, нравилась точные науки. Я его в разные секции пыталась записать. Говорю, ну ты такой худенький, какой-то вот он болезненный. Говорю, ну как-то же за себя надо постоять. А он более мягкий человек такой. Он говорит, я не могу вот эти вот виды спорта, где надо причинять боль. Хожу там прогуляться с друзьями, дома посижу с родителями, пообщаюсь. Сижу я на кровати, ну, как обычно, смотрю телек с родителями. Ведущий про сверхлюдей рассказывает, показывал то, что он умеет. Меня это очень поразило. Я думаю, да, о чем бы мне не погрубить. И взял так руку, поставил, и сразу, с первого раза оно мне вывернулось. Я был вообще в восторге. И сразу побежал там в интернет смотреть, что он еще умеет. И тогда уже, ну, полноценно начал заниматься. У него какое-то воодушевление появилось. Ему это понравилось, что он чем-то отличается от других. Раз это ему дает жизненный стимул, пусть делает. Я уже начала потихонечку привыкать ко всем этим его изгибам. Не знаю даже, как так поменялась моя жизнь. Хочется стать артистом. Такая вот
Мишко, я дивлюся на тебе, і мені здається, ти направду з іншої планети. Та ні, з цієї теж. Ну, мені так здається, тому що тобі не підвладні жодні закони фізики. Так уж вийшло. Інакше я не можу це ніяк пояснити. А знаєш, що цікаво? В тебе хоч раз бувало таке, щоб ти от закрутився, а потім, щоб розкрутитися, тобі була потрібна допомога? Був такий момент, я як-то раз закрутився і без посторонньої допомоги не змог вибратися. А хто прийшов на допомогу? Мама. Мама завжди спасає. Добре, що мама поруч. До речі, хочу наголосити, те, що робить Мишко, надзвичайно небезпечно, тож не намагайтеся це повторити. Зараз я не жартую, це може зашкодити вашому здоров'ю. Ну, а тепер послухаємо суддів. Да, давайте. Влада. Миш, по-моему, это уникальное выступление. Сегодня так точно самое. И ты во всех смыслах артист гибкий. Вот мы хотим видеть развитие со времени кастингов. Тогда ты пришел и показал свои способности, умения, да? Сегодня это полноценный номер. Ты проявил себя как интересный артист. За тобой приятно наблюдать. Видно развитие. И желаю тебе... дотянуться, докрутиться, довязаться до финала. Спасибо большое. Дякую. Слава, что скажешь? Нет, ну без боли в суставах я не могу смотреть на этот номер. Вот круто и жутковато одновременно. Должна отметить, что действительно номер яркий. И за тобой было интересно наблюдать не только как за гибким человеком, но еще и артистичным. Спасибо большое. Молодец. Дякую. Ігорю, як тобі гнучкий хлопець? Мені також все здається болючим, коли я на тебе дивлюсь. У мене таке враження, що ти в дитинстві не виплював жувальну гумку, а ковтав її. І тепер у тебе все так виходить. І ще мене дивує те, що це все відбулося за рік. Якщо ти правильно сказав, чесно, так? Що ти подивився ефір, хопа, і так само почав робити. До речі, ти ж подивився ефір талантів? Да, я смотрел эфир «Украина моя талант» четвертый, и там была Анастасия Шиманская, кажется. Угу. Была я, такая Настя. Да, увидел, и мне очень понравилось ее выступление, я решил тоже так. И, короче, я прогнозую, что после сегодняшнего выступу, дехто, побачивши тебе, почнет таке витворяти, але, как попереджала Оксана, это, во-первых, небезпечно. А с другой боку, очень много других талантов открою, дивлячи сегодняшний эфир. И я этому очень рад. А ты, Мишко, молодец, я прогнозую, что ты будешь в финале. Хотя, ты лишь четвертый сегодня, посмотрим, что будет дальше. Дякую. Дякую. Для цього хлопця безвихідного становища не існує, але без вашої допомоги Мишко на фінал розраховувати не зможе. Тож краще телефонуйте 0900 102 004 або надсилайте смс-повідомлення з цифрою 04 на номер 7766. Але будьте уважні, і те, і інше можна буде зробити тільки після закінчення виступів всіх півфіналістів. Дочекайтеся. Мишко, бережи себе і хай щастить. Це був Мишко Михайлов.